дорогие рукодельницы! Сегодня я научу вас шить вот такой цветочек из кружочков йо-йо. Для того, чтобы шить вот такой цветочек, нам понадобятся ножницы, карандаш, иголка с ниткой и вот такой трафарет диаметром 12 сантиметров. Берем лоскуточек ткани, складываем напополам и еще раз. И также складываем трафаретик на 4 части. И складываем ровно так же, как у нас края со сгибом получаются. Сгиб со сгибом. Уголок, уголок. Приколоть. И отщелкнуть карандашом. Берем ножницы и вырезаем. Это быстрый метод вырезания. Четверть круга. Убираем плод, разворачиваем. Вот получилось. Для начинающих берем карандаш, отступаем от края одну клеточку 5 мм и отчерчиваем вот такие штрихи. Вот наш раскрой кружочка готов. Теперь мы начинаем прокладывать строчку, шов вперед иголка. Берем иголку с ниткой и с изнаночной стороны. Там, где у нас черточки, это изнаночная сторона, обратная будет лицевая. И прокладываем шов вперед иголка. Это знакомый шов, мы им очень часто пользуемся. Доходим до узелка. Узелок должен быть достаточно крупным, чтобы не проскочил при стягивании. Начинаем стягивать. Стягивать лучше за ниточку. Стянули плотно, чтобы не было здесь отверстия. Дырочки. И закрепляем двумя-тремя стежками в середине. Вот таким образом. Прошиваем. Когда вы прошиваете, иголку не нужно тянуть на себя. Тяните иголку либо вверх, либо от себя. Это пуговички или бусинки. Вы можете взять бусинку. И начинаем пришивать. Мы не прошиваем насквозь. Вот так мы иголку не выводим. Втыкаем вот здесь в серединку и ведем дырочку. Из таких цветочков вы можете самостоятельно сшить вот такой топиарик. Вот такие оригинальные бусы, или мы их еще называем модное ожерелье. А также из 48 кружочков можно сшить вот такую куколку-трансформер. Я с нетерпением жду от вас фантазии ваших работ. Присылайте на WhatsApp.